Я на Стой. протяжении уже получаса тебе говорю, давай здороваться со всеми. Ты говоришь то, что вот пойдем знакомиться. Может, поздороваемся Давай. и расскажем, что тут, собственно, происходит. Прикинь, человек зашел на видео, открыл девочки пиксельные, бегают по пиксельному миру. И чё? И это Короче, будет привет вообще всем, сложно, это кстати. пиксельная игрушка, меня в нее затащила вот эта рыжая бобень, короче, да, вот, это она во всем виновата. О, яйцо. У нас два яйца. Кому надо, пишите в комментариях. Блин, Скажи, кто-то путь. какую ты локацию выбрала? Это лес. Обожаю лес, если ты не знала. Так, а что это за живая хрень? А это будет как улучшение. Кстати, у тебя... Договаривай Понятно. давай. Кстати, у тебя... все. Я Воздух закончился, подумала, сказать да. не могла. На одном дыхании все говорила. И все, у меня все. Что все у тебя все? Угольки. А, это Возьмешь? уголь, что ли? Я твой уголь Да. забрала. Надеюсь, ты не против. Я против, сейчас тебя уебу. Давай, удачи. Эй, тихо, оу. Остуди свой пыл. Смотри, травка. Почему она ходит по вот этой травке, а кустик переступить не может? В чем проблема заключается? Кустик плотный, а травка длинная. Ой, блядь, смех какой. Да. Я надеялась на то, что она сдохнет. Блин, Ладно. надо будет что-то. Ты сдохнешь только, если у тебя закончится энергия. Нет, я засну. А чё ты камушки тут не Ну и доломала? Вот, видишь, заснешь. камушек раз, камушек два. Чё ты их не доломала, алло? Это для чего? Это зачем? У меня места мало. Типа угожай. Где? У меня? Да. Все, я ворую. Да ты достала меня, блин. Я даже пройти как к себе не могу. Ты чё У тебя воруешь? еще остатки. Вот. Вот подожди, ты тоже посеешь какую-нибудь коноплю, я тоже у тебя ее буду воровать. Подожди, вот ты посеешь, все так и будет. Какой-то трав, какой-то. Я, короче, весь мусор сюда сбыла. Все. А, кстати, хочешь бомжа встретить? Пошли. Да, всегда мечтала. Всегда хотела встретиться, все. Не выпадала такая возможность встретить не бомжа в жизни, хоть в игре встречу. Белочка! Я хочу ее оттуда спустить! Белочка, выходи! Белочка! Белочка! Ой, я устала. У тебя случаем рейтики перекусить нету? Берем одуванчики, чтобы восстановить энергию. Вот. Ребята, кто не Здравствуйте. знал, а если вы устали, короче, идите на улицу, рвите там одуванчики и жрите одуванчики, вот. Это вам поможет. Совет дня. Это вам поможет восполнить жизненную энергию. Не пейте энергетики, хавайте одуванчики, вот. А ты знаешь, что благодаря телевизору ты сможешь узнать это? Хочу узнать. А что узнать-то? Погоду на завтра. И нахер оно мне нужно? А еще ты сможешь узнать новые рецепты на кухне. Мне срочно нужно посмотреть телевизор и узнать, как готовить вкусно, чтобы дать. Вау! Королева соуса, приветствую! Я королева соуса. Поделюсь с вами новым рецептом из моей тайной поварной книги, от которого у вас потекут слюнки. Сегодняшнее блюдо. Сир фрай. Нет лучше способа отведать полезных овощей. Обжарьте овощи в кунжутном масле. Не забудьте добавить побольше свежего имбиря и чеснока. А теперь
вдохните этот аромат. Как сладко. Серьезно, да? Я смотрю телек, она такая, вдохните аромат того, что я готовлю. Короче, спасибо за совет. Это был самый полезный совет за сегодня. Нюхать экран телевизора и пытаться разнюхать хоть что-то. Ты так ничего не сказала, ты даже не поздоровалась. Фу, она вас не любит. Я, короче, не любит она вас, она с вами даже не здоровается. Посмотрите, какая она плохая. Фу, фу на тебя. А уже все, она добыла раньше. Позор на тебя и на твою корову. Да. Сейчас я нахожусь в деревне и знакомлюсь с жителями. Сейчас я нахожусь в деревне и знакомлюсь с жителями. Я хотела чихнуть, но просто... Да, дикция. Чуть-чуть надо. Помешала. Бомж! Я подарю цветочек бомжу. Отличный подарок, спасибо! Он заценил мой подарок! Бомж заценил мой подарок! Не то, что этот черный. Ты где, блин? Я с бомжом знакомилась. Он заценил мой подарок. Ты знаешь, что ты там ему подарила? Я цветочек ему подарила. Или подожди. Лук парей. А если... А, это не цветочек, это овощ все-таки. Гейм. Лук парей. Ну, да. Бля, я съела. Что именно? А, хотела подарить, ладно, но сожрала сама, да? Не повезло. Ну, по сути, у меня так всегда. Какая-то баба зеленоволосая. Хотела подарить, а сама скушала. Ага. Нет, не сейчас хочу нет. Я бабе дарить лук-порей. Это слишком ценный предмет для меня, вот. Тут какой-то заросший огород есть. Чё это за хрень, непонятно. Это заброшенное здание. Детская площадка, посмотри, прикольно. А можно покататься? Я катаюсь на качельке! А сюда можно забраться, сюда нельзя забраться. А на этой штучке можно покататься. А чё они катаются, алло? Нам бы желательно уже топать домой. Ну а мы? Потому что... Почему что? Наш персонаж... Потому что наш персонаж это не я, она в 2 часа ночи не ляжет. Она только на... Я не помню. Либо она тоже до 2, либо только до полночи она может тусоваться. Я сейчас по пути домой. Ты, я вижу, уже на ферме. Завтра нам надо будет что сделать на следующем выходе? Купить семена новые? А мы полили, мы молодцы. Надо будет завтра купить новые семена. Кстати, о поливке. Спасибо, с жителями. Спасибо, что напомнила. Я сама как-то... Короче, наполнила лейку. Заполнила снова. Так. Осталось познакомиться с 18 человек. А, господи, тут же квесты. На пляж. Придите на пляж к югу от города до 17:00. Ага. Что дальше? Начало. Если хотите стать фермером, начните со снов. Разрыхлите землю мотыгой, а затем используйте пакетик с семенами, чтобы посадить растения. Поливайте каждый день, пока урожай не будет готов к сбору. Ага. Допустим, первое знакомство. Будет вежливо с вашей стороны представиться всем в городе. Может, кому-то не терпится встретиться с новеньким фермером. Хрень, как вот говорят, то, что я тут кому-то в этом городе нужен. Я ж понимаю, что это не так. Так, ты мне тут сюрприз обещала. Так, заходи, где наш огород, я тебе покажу волшебство. Если, конечно, блин, мы не прошли... Из-за того, что ты вышла, мы не прошли следующий день. Я нечаянно. Придется заново. У меня какая-то речка. Подожди. Пастернак есть один, пастернак есть второй. Только у одного, короче, звездочки нету, а у другого звездочка есть. Чё за пастернак? Это значит, что он вышел куда качественно.
качественный пастернак. Заказывайте все у нас пастернак. Вот, ссылка в описании. Качественно исполним пастернак, вот. А ты где? Можно поинтересоваться? У нас. Так, ты где, Шаболда, шляешься? Дома тебя нету, на улице тебя тоже нету. Сейчас по карте посмотрю, где ты. Ага, ты где-то тут, внизу. Я права? Собирай медь и железо. Ой, нет, собирай... Чё а где там... мне железо чё собирать? Чё поясни. Поясни, где мне взять железо? Не железо, не железо, а железо, а глину. Где ее? Что брать? Где брать твою глину? Можно поинтересоваться? Просто вопрос. Вот. Ну... Да, ё-моё. У червей отбирать. Включай режим гопника и забирай у червей вот этого. Слышите, глину. Черви, а ну быстро отдали мне это самое, короче, в чем вы... Дом ваш отдали быстро. О, письки! Тут лягушки! Они прикинь, они, короче, в кустиках были. Я такая, типа, кустик спилила, и тут резко лягушки, они такие побежали, такие вот. Я хату забрала у лягушек. Вот такая я злая, вот. Взяла у хату, забрала. Не смей сильно тратить энергию, у меня на этот раз не будет для тебя еды. Я пастернак сейчас подаю кое-кому другому. Ты чё? Старый хрыч. Ты это, ты моего бомжа, что ли, тут это самое хочешь соблазнить? Алло, это мой бомж вообще-то. Капец. Ты мне больше не подруга. За спиной у меня, короче, пытаешься моего бомжа увести. Как это так? Фу, ты, я с тобой, всё, я с тобой не разговариваю. Нефиг у меня бомжей уводить. О, я нашла бомжа, я ему сейчас цветочек подарю. Ой, этот пастернак. Бомж, смотри. А, это... Пастерняк. Это был, во-первых, это был лук парей. Во-вторых, я его не подарила, я его сожрала нечаянно. Ты понимаешь, каково мне? Я Мара, как раз хотела познакомиться. Если хочешь, я тебе могу отдать. Опа, внезапно. Так. Тут какой-то мужик с повязкой на глазу есть. Привет, мужик. Я просто смотрел вниз в эту старую шахту. Ее забросили 10-летия назад. Правда, там еще должна оставаться хорошая руда. Молчи. Но в таком темном заброшенном месте ты найдешь там не только руду. А, типа тут монстры есть, да? Вот, возьми, возможно, оно тебе понадобится. Что ты мне дал? О, мне дали ножик! Вы получили ржавый меч. Ты сейчас где? Спасибо, вы очень щедрый человек. Меня, кстати, Марлон зовут. Я заправляю гильдией искателей приключений. Тут совсем рядом. Я очень рада за тебя, мужик. Буду за тобой приглядывать. Возможно, я возьму тебя в гильдию, если ты достойно себя покажешь. О, что это? Не работает. Ага, и это никак не обойти. Пошли, Анна. Прикольно. Я тебе покажу самое замечательное место. Какое? Да не лезь ты туда пока. Я вышла оттуда. Чё ты психуешь? Мне кажется, ты меня ведёшь в свой... ну, магазин еды, да? 100%. Да. Вау! Мужик, ты кто? Ой, я его чуть не убила, блин. Я хочу просто с тобой поговорить, можно? Эу. Добро пожаловать в Джоджамарт. Что? Так. Полагаю, мы еще не знакомы. Я Морис, представитель отдела качества обслуживания Джоджа. Это отсылка на Джожу или что? Когда вы... Решите стать членом Джоджа. Я буду рад сделать этот процесс максимально приятным для вас. Ты меня пугаешь, мужик. Ты со своей маньячной улыбкой на педофила похож. Угу, тут есть семена. Тюльпаны семена есть. Обои. Угу. Там есть... Пшеничная мука, сахар. Что тут еще есть? Рассада травы, семена...
кудрявой капусты. Я возьму семена кудрявой тут капусты. Тут есть еще... Ох, боже. Тут есть еще кое-какой магазинчик. Какой? Ты меня в какую-то хату привела. О! Привет. Хочешь, я тебе травку подарю? Ладно, спасибо. Ему, наверное, не понравилась моя конопля. О, кстати. О, пап. Это кузнец. Закав. Кузнец. Так. Таня сбухла, понятно. Подожди, стой на месте. Ты меня споить хочешь? Сегодня ты не самостоятельно дойдешь до дома. Салат, пиво. А чё пиво так дорого стоит? Салат, хлеб. А, ты раскошелилась ради меня, да? Купила мне пиво. Таня ради меня раскошелилась, чтобы сказать? Меня споить. Слышь, потопали домой. Максимум до скольки мы можем сидеть? Это час ночи. А чё будет потом? Мы заснем и у нас ограбят. Новый рецепт. Пугало. Ага. Ясно. Весна, у нас весна. Прикинь. Слушай, вот ты, это самое, хотела меня привести к кузнецу. В итоге привела в бар, споила. А потом мы вместе с тобой заснули на одной кровати. Чё за хрень? Чё ты смеешься? У меня есть дневник. Чё ты угораешь? Эй, как мне это жене объяснить? Слышь ты. Дорогой дневник. Этой ночью Дженнифер меня спалила. В итоге я легла с ней спать. Ой, магазин. А вы чё продаете? Ой, семена, прикольно. Пшеничная мука, рис, масло. Я могу, короче. Слушай, даже нет вишни. Можно вишню посадить. Хочу вишню посадить. Саженец яблони. Блин. А, блин. Я хотела улучшить вещи, а у меня для этого денег мало. Господи, я тут тюльпан. Я просто прямо смотрю, куда. Как денежки уходят. Я тут затарилась семенами. Вот. Болит. Вы... Ладно, и то с моим трудом заработали. Уже второй день. Мы, блин, в одной кровати просыпаемся. Уже второй день подряд. Тебе не кажется это немножко странным? Чуть-чуть немножко. Нет? Ничего не смущает? Тебя что-то не устраивает? Ничего не смущает? Нет. Да блин! Новая запись в дневнике. Угу. Ой, здравствуй. Привет, мужик. Вот только не говори, что это тут... Ой. Вот ведь глаза мозолят. Этот клуб города, пеликан, точнее, то, что от него осталось. Ага. Раньше он был гордостью нашего города, внутри всегда было полно народу.
А теперь только посмотри на это, стыд и срам. Теперь молодежь лучше у телека будет сидеть, чем общаться с другими. Корпорация Джорджа все не дает мне покоя, просит продать им этот участок, чтобы построить здесь их склад. Угу. Деньги бы пошли городу на пользу, но что-то меня останавливает. Наверное, старики всегда цепляются за вещи из прошлого. Ну да ладно. Если еще кто-нибудь купит себе членство Джорджа, я продам этот участок. Ага. Эх, а пойдем в путь. Че, мне типа с тобой идти, мужик? Ну, тут конкретный срачельник. Наверное, Винсент и Джаз тут играли. Да, тут все еще хуже, чем я помню. Что, что это? Танцующий... А, да. Танцующее яблоко, Тань. Что это, у меня глюки? Чем ты меня споила вчера? Это дух пригоды. Чем ты меня споила вчера? Мне какие-то танцующие яблоки мерещатся. Ты меня пугаешь, Ная. Ладно, пойду-ка я домой, нужно пообедать. Нужно будет вернуться и хорошенько исследовать это здание. Ты что, врешь мне? Все, минус Ная. Десятый день без сна. Что-то выросло, да? Еба, вагона, тварь ты такая! Чё? Взял кокосик, здравствуй, Ная, смотри, прилетела. Какая кошка! Заткнись! Сидела у входа на твою ферму. Я думаю, бездомная она, бедняжка. Кажется, нравится ей это место. Слушай, может пригодиться на ферме такая замечательная кошка. Может она пригодится на ферме, мышей жрать будет. Взять кошку, да. Дадли, базовое имя. Я назову ее Писька. Ой. Сейчас, секунду. Нет, ты это не сделаешь. Ты это сделала. Ну ты что? Это сделала? Таня будет славной кошкой, хорошо? Теперь у меня есть кошка. О, подарок. Ты кого там уже соблазняешь? Что за пиздюк? Пацана. Какого? Мелкого. Ты чё, педофил? Ты зачем детей совращаешь? Да нет, у него... Ты зачем детей совращаешь? Фу, как не стыдно. Опять новая консцена. Фу, воняет. Так, что вот тут? Ага. Почему она заперта? Я хочу исследовать канализацию. Для того, чтобы такие, как ты, туда не ходили. Думаю, ключ есть у Гюнтера. Ага, и нахер вам ключ? У профессора Гюнтера, главного дяденьки в музее, почему ты думаешь, что ключ у него? Я видела однажды, как у него из кармана выпал большой старый ржавый ключ. Угу. Такую жуткую дверь может открыть Конечно. Только большой старый ржавый ключ. Логика железобетонная. Ну-ну. Чё, они меня шарахнулись или что? Чё? А, там что-то там шевелится. И та подпрыгнула. Страшно, пипец. Я тут размышлял, люди как камни, прыгающие по воде. В конечном итоге мы все утонем. Можно быть первым. Понятно. Хорошо.
как-то так. Тан, ты сейчас где? Я сейчас тебе приду, кое-что подарю. Никуда не уходи. Смотри. У меня есть тюльпанчик. Я фермер Дженнифер, у меня к вам просьба. Мне нужна свежая цветная капуста. Бля, еще капусту надо. Так, сколько у меня еще писем-то? Вижу, ты исследуешь старую шахту. В тебе совершенно точно живет дух приключений. Если сразишься с 10 слаймами, то заслуживаешь место в моей гильдии. Береги себе, магла. Похоже на угрозу. Береги себя, короче. Кстати, выросли. Кто? Ну, твои. Прикольно, собери и продай. Паша, у меня еще инструменты. Мне угадай твои синие яркоцвет. Наверное, да. 5 медных слитков. Вау. У меня там 6 есть. А что, говорит, ты хочешь? Много хочешь, мало получишь. Уголь есть? Нет. Найди. Интересная такая, найди. Найди уголь. Слушай, у нас 2000 монеты. Я не знаю, у нас есть типа новый рюкзак, 24 слота. Ну, типа, твою больше... мать, меня сейчас убьют, походу. Ну, то есть, слышь, на меня напал какой-то камень с ногами. Таня, сдыхаю, Таня! А я что сделал, я далеко. Действительно. Так это, мне потратить наши 2000 на новый рюкзак? То есть, подожди, если они потратятся, они потратятся у обоих, да? Не знаю, у нас обоих потратится. Так, вылезти из шахты. Мне бы домой на самом деле попасть. Купить? О, а еще я полудохлая, вот. Ну, это понятно. А мне купить или как? Я могу потратить 2000? Блин, я тут на кирку коплю, как бы. Ты издеваешься? Я ощущаю. Я тебе это все отработаю, честно. Ага, отрабатывать своим телом. Интересная такая. Я тут коплю, а ты тут наш бюджет берешь и все. Я тебе все. У тебя нету 24 слота. Нету. Точно? Точно, нету. Я тебе все отработаю, извини. Ага. Я все отработаю, честно. Ага. Могу я потратить 400? Нет, не можешь. Слушай, вот ты вместо того, чтобы купить медикаменты, потому что тут как бы полудохлая хожу, ты такая, типа, можно потратить последние деньги на подарок какому-нибудь хахалю? Если я ему подаю пиво, у нас будет дружба. Будешь дружить с алкашом, да? Так получается. Да. Да. Это будет моим другом. Так, мне, значит, пиво нельзя купить. Тань, вот ты хороших друзей себе выбираешь. Сначала бомжи были, теперь алкаш какой-то. Я тут при смерти хожу. Она такая, типа, слушай, а можно потратить последние деньги и споить там одного недовольного человека? Я тебе обещаю, я тебе отработаю. Ага, ага. Я отработаю каждую монетку. Ага, отработать. Жди меня сегодня ночью. Я все отработаю. Я за тебя очень-очень рада. Топай в пещеру за углем. Мне я уголь. Пойду за углем, хорошо. Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь. Хорошо, хорошо. Только не бей. На, иди сюда. Что? Инду, подожди. Ты где сейчас? Ты на карте сейчас где находишься? Караулю этого самого Потлатова у двери. Вот только посмей, если ты будешь в нее играть,
и тебя не будет, только по смене, и меня не будет, только по смене поливать их. Что? Я, считай, потратила чуть ли не все на наши вот эти семена. Ну поверь, это так надо. И в итоге что, если ты их не будешь поливать... Что ты потратила чуть ли не все наши семена? Нет. А поебалу тебе, ты не хочешь получить? Я смотрю, денег у нас немало. Ты издеваешься? Ты, блин, издеваешься надо мной, что ли? Так надо, ну... Действительно. Надо прокачивать. Почему у нас не раздельный счет? Какого черта? Это, считаем, уже наш супружеский брак. Общий семейный бюджет, да? Я зарабатываю, ты тут транжиришь. Караулю этого самого черного. О, да. Не зря караулила. Коничева, мужик. А все, я тебя не пропущу. Уф, завтра будет самый худший праздник в году. Вот увидишь, как по-идиотски я выгляжу на цветочных танцах. Мужика, тебя никто не приглашал на цветочные танцы, я тебе так скажу. А может, это такой намек, как? А, типа, я буду на цветочных танцах, приди, пожалуйста, или что? Я буду на цветочных танцах. Да в смысле? Танцах, я точно буду. Он открыл дверь в свою комнату и тут резко мне пишет: Себастьян еще не дружит с вами настолько, чтобы пропустить к себе в спальню. Нахера ты тогда дверь открыл? Я тебя не понимаю. Зачем? Так, подожди, я сейчас чат открою и посмотрю, что ты там жертвуешь в общий форт. Так, Дженнифер жертвует дикий хрен в общий форт. Нарцисс в общий фонд. И нахрена ты это делаешь? М? Ну так надо. Ну так надо. Стой, стой, смотри. Смотрю. Что ты делаешь? Ты зачем кустик ловишь? Дай рыбку. Дай ее. Дай мне рыбку. Дай рыбку. Рыбка. Хватит все хавать. Разокругляться, продолжим мы в следующем видео, в следующей серии. Всем, короче, пока, всем удачи. Я желаю всем не страдать такой херней, которой страдаем мы. Мы реально, короче, тут часа три играли в эту игру для того, чтобы сделать 30-минутный ролик. Я пока! Стой, подожди, подожди. Держите все как. Какой он большой.